Если ваш кошелек сейчас легче перышка, то вы не одиноки. Давайте поговорим о том, действительно ли вам нужна частная медицинская страховка в Ирландии. Итак, вы раздумываете, нужна ли вам частная медицинская страховка, если лечение в государственных больницах Ирландии бесплатное. Казалось бы, все очевидно, правда? Но не спешите с выводами. Даже с бесплатным лечением в государственных больницах есть над чем подумать. Частная медицинская страховка может стать вашим счастливым билетом к более быстрой диагностике и плановому лечению. Никто не любит ждать, особенно когда дело касается здоровья. Dermot Good из TotalHealthCover.ie говорит, что базовые страховые планы, такие как VHI Public Plus Care, покрывают только лечение в государственных больницах. Теперь, когда лечение в государственных больницах стало бесплатным, вы можете задаться вопросом, стоит ли оно ваших кровно заработанных евро. И вы будете правы. Но помните, что частная страховка иногда может обеспечить вам более быстрый доступ к специалистам и лечению. Это как иметь VIP-пропуск на концерт. Меньше очередей, больше драйва. Так что тщательно взвесьте все за и против, выпейте чашечку чая, прежде чем принять решение. За разумную экономию, друзья! Спасибо за просмотр. Поставьте лайк и подпишитесь на канал. До встречи в следующем видео. Пока!